Приступили к работе. В Калязинском районе состоялись первые организационные заседания Советов депутатов Калязина и четырех сельских поселений пятого созыва. Подробности смотрите в следующем сюжете. Открыли и вели заседание старейшие представители из числа депутатов. Председатель территориальной избирательной комиссии района рассказала об итогах прошедшего единого дня голосования. Познакомилась с результатами за каждого избранного депутата поселений. На 16 депутатских кресел в городе претендовало 29 кандидатов. Выборы проходили по 4 избирательным округам. В выборах приняло участие 3975 избирателей, что составляет 38,87% от числа избирателей, включенных в списки. Мы возложили на себя ответственную миссию быть представителем народа, решать вопросы, которые вам задают жители на встречах, ну и ваше видение в развитии нашего города, нашего Калязинского района в целом. В торжественной обстановке всем депутатам вручили удостоверение. Народные избранники познакомились с текущими делами в районе, обсудили предстоящие планы на будущее. А это ремонт дорог и дворов, модернизация системы водоснабжения, газификация на селе. В этот день отдельные слова благодарности прозвучали в адрес тех депутатов, чей срок полномочий истек. Им вручили благодарности за активную общественную деятельность на благо города, сельских поселений и их жителей. Кто сейчас избрался в новый состав, кто работал все-таки. Со многими я работала 2 созыва, то есть 3-й, 4-й. 9 лет все-таки связано, да, вот с этой работой. И возможность поучаствовать в жизни нашего города. Поэтому я желаю вам всем дальнейших успехов. Далее новые составы советов депутатов приступили к работе. Тайным голосованием избрали главу городского поселения Калязина, он же председатель совета. Большинством голосов выбрали Марину Клементьеву. Она поблагодарила коллег за доверие и зачитала текст присяги на пост. В сельских поселениях также тайным голосованием избрали председателей советов депутатов. Их заместители утвердили план работы и рассмотрели другие вопросы.